Подожди. Давай сделаем лучше соусом сосисочку. Побольше хватит. Подождите, пацаны. Супер. У меня гречка есть. Давайте лучше кашу сделаем. И с соусом. Супер. И с сосиской. Как ты сможешь. Все. Давай. Погнали. С меня гречка. Как готовить гречку? На 1 стакан гречки 2 стакана воды, немножко соли на маленьком огне, пока вода вся не выкипит. Все. А я пока подготовлю заправку для соуса. Сейчас мы все это обжарим с сосиской и с кетчупом. И будет очень хороший соус. Вода выкипела. Гречка готова. Освобождаем место для товарища. Прошу. Взял на себя смелость рассказать, как можно сделать очень вкусный, бюджетный соус с сосиской для гречки. Немножко масла. Немного кетчупа, немного воды и готовим на маленьком огне, пока морковочка не станет мягенькой. А пока подготовим сосисочку. Морковка мягкая, значит, соус готов. Выключаем. Раз, два, три. С вас подписка, лайк и комментарий. Понятно? Ага.